студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Европу накрывает новая волна экстремального тепла. Жара усилится, а ночи станут тропическими. Засуха, которая в этом году без того стала бичом западных стран, станет еще сильнее. Блокирующие антициклоны привели к тому, что в Германии лето 2022 претендует на статус самого засушливого в истории. Вода в реках достигла критически низкого уровня. А к нам, если верить синоптикам, наоборот, приходят дожди. 11 августа их вероятность в Старомосколе и Губкине довольно высока – 80%. На этом фоне днем столбики термометров поднимутся до плюс 31. Ветер северо-восточный. Магнитное поле спокойное, атмосферное давление повышенное – 752 миллиметра.